Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Все для самостоятельного изготовления шкафов-купе. Распил ДСП. Готовые к работе элементы из МДФ. Детали из стекла и зеркал любой сложности. Яркие фасады дверей. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». 69-400. И в завершении выпуска о прогнозе погоды на завтра с ним вас познакомит Алина Мозгова. Дождливый день обещает 7 недель сильной непогоды с дождями. А огромное количество мошек и комаров – примета того, что будет большой урожай грибов и ягод. Так гласят народные приметы. А я вам расскажу о погоде на завтра. 20 июня в Кирове ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 20, ночью плюс 15 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Хорошей вам субботы!